Уже очень поздно, но ночью здесь так красиво. Пойдем гулять со мной. Камила, почему ты такая грустная? Лунтик, я хотела посмотреть цветы, но они все закрылись. Как? Ты что, никогда не видела цветов? Но ведь я же ночная бабочка, я не летаю днем, а ночью все цветы закрыты. Не беда, сейчас я тебе все их покажу. Ты обещал показать мне цветы, Лунтик. Конечно, Камила, но тут так много цветов. Какие ты будешь смотреть сначала? Давай так, я буду называть цвет, а ты покажешь мне цветок этого цвета. Только название цветов я буду говорить по-английски. По-английски? Но я ведь обещал, я справлюсь. Поможешь мне? Покажешь цветы? По-английски этот цвет называется orange. Покажешь мне цветок этого цвета? Оранжевый? Посмотри этот цветок, Камила. Похоже, так и есть. Покажи мне, пожалуйста, цветок цвета green. Зеленый? Вот цветок, Камила. Верно. Какая красота! По-английски этот цвет будет black. Покажешь мне цветок этого цвета? Черный? Посмотри этот цветок, Камила. Похоже, так и есть. Хочу посмотреть цветы цвета brown. Коричневый? Вот цветок, Камила. Верно. Какая красота! Покажи мне еще цветы. Покажи мне, пожалуйста, цветы цвета violet. Белый? Посмотри этот цветок, Камила. Нет, Лунтик, ты что-то напутал. По-английски этот цвет будет blue. Покажешь мне цветок этого цвета? Синий? Вот цветок, Камила. Ты уверен, Лунтик? По-моему, тут что-то не то. Хочу посмотреть цветы цвета yellow. Желтый? Посмотри этот цветок, Камила. Похоже, так и есть. По-английски этот цвет будет blue. Покажешь мне цветок этого цвета? Голубой? Вот цветок, Камила. Верно. Какая красота! Покажи мне, пожалуйста, цветы цвета grey. Серый? Посмотри этот цветок, Камила. Похоже, так и есть. По-английски этот цвет будет pink. Покажешь мне цветок этого цвета? Розовый? Вот цветок, Камила. Верно. Какая красота! Покажи мне, пожалуйста, цветы цвета violet. Фиолетовый? Посмотри этот цветок, Камила. Похоже, так и есть. Покажешь мне еще цветы? Хочу посмотреть цветы цвета dark blue. Синий? Вот цветок, Камила. Верно. Какая красота! Покажи мне еще цветы. Хочу посмотреть цветы цвета white. Белый? Посмотри этот цветок, Камила. Похоже, так и есть. Покажешь мне еще цветы? Покажи мне, пожалуйста, цветок цвета red. Красный? Вот цветок, Камила. Верно. Какая красота! Лунтик, огромное тебе спасибо. Ведь если бы не ты... Пожалуйста. Ну, я побегу. Поздравляю! Ты справился с первым своим заданием. Выполни все, и ты получишь приз. Знаешь, Мила,
Ночью после дождя можно увидеть волшебную лунную радугу. А разве такая бывает? Конечно, бывает. Да вон же она. Давай смотреть лунную радугу. Давай. Только она не простая, а волшебная. Нам нужно выбирать горшочки с краской, чтобы зажегся один из цветов радуги. Здорово! А я буду называть цвета по-английски. Поможешь нам? Тебе нужно просто выбирать горшочки с волшебной краской. Это красный. По-английски он будет red. Белый. White. По-английски. Это фиолетовый. По-английски он будет violet. Это зеленый. По-английски он будет green. Коричневый. Brown. По-английски. Это черный цвет. По-английски black. Это голубой цвет. По-английски blue. Это оранжевый цвет. По-английски orange. Давай добавим еще красок. Синий. Dark blue. По-английски. Желтый. Yellow. По-английски. Это серый. По-английски он будет grey. Это розовый цвет. По-английски pink. Красота-то какая! Рад, что тебе понравилось, Мила. Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе. Кузя звал меня в лес. Очень страшно, но так интересно. Я пойду. А мне совсем тут не страшно. Лунтик, это ты? Да, дядя Шнюк. Проходи скорей, мне нужна твоя помощь. А, Лунтик, ты как раз кстати. Я решил сделать новый календарь на английском. Календарь-то я сделал, а вот дни рождения знакомых еще не отметил. Сам я спрашивать стесняюсь. Может, поможешь мне? Конечно! Обязательно у всех спрошу и отмечу все в календаре. А я родилась 10 октября. Это в этом году среда. 10 October Wednesday. The 10th of October Wednesday. Я родилась 3 ноября, суббота. 3 November, Saturday. The 3rd of November, Saturday. Я родилась 4 мая, пятница в этом году. 4 May, Friday. The 4th of May, Friday. Я родился 7 ноября, среда в этом году. 7 November, Wednesday. The 7th of November, Wednesday. А мой день рождения 3 сентября, это понедельник. 3 September, Monday. The 3rd of September, Monday. Я родился в июне 7 числа. Это как раз на четверг выпадает. 7 June, Thursday. The 7th of June, Thursday. 7 марта, в среду мой день рождения. 7 March, Wednesday. The 7th of March, Wednesday.
Мой день рождения 8 декабря. Это будет суббота. 8 December Saturday. The 8th of December Saturday. Я родилась 9 декабря. Воскресенье получается. 9 December Sunday. The 9th of December Sunday. Мы с братом близнецы. Мы родились 2 апреля. В понедельник это будет. 2 April Monday. The 2nd of April Monday. Мой день рождения в этом году 10 июля во вторник. 10 July Tuesday. The 10th of July Tuesday. Я родился в феврале 6-го. Это вторник будет. 6 February Tuesday. The 6th of February Tuesday. 4 июля, среда. 4 July, Wednesday. The 4th of July, Wednesday. Я родился 5 августа. В этом году это воскресенье. 5 August, Sunday. The 5th of August, Sunday. Мы с братом близнецы. Мы родились 2 апреля. В понедельник это будет. 2 April Monday. The 2nd of April Monday. Даже свой день рождения не записал. 6 января это суббота. The 6th of January Saturday. А я не знаю, когда я родился. Ну, тогда отмечай. 1 января. Это как раз понедельник. The 1st of January. Monday. Спасибо. Даже не знаю, как бы я без тебя управился. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Нажми на эту. Ну что, Лунтик, сыграем? Ну что, хочешь проверим, как ты умеешь играть в дартс? Спорим, я лучший? Спорим, я ничуть не хуже. Я буду называть тебе цифру, а ты должен попасть именно в нее. Начали? Начали. Поможешь мне? Покажешь, куда кидать дротик? 5. Потрясающе! Попробуй еще раз. 1. Вот это меткость! Ну, прошлый бросок еще ничего не доказал. Давай еще. 3. Ничего себе! Кое-что у тебя все-таки получается. Давай-ка еще разок. 9. Не попал. Все-таки я лучший. Ну, прошлый бросок еще ничего не доказал. Давай еще. 7. Потрясающе! Кое-что у тебя все-таки получается. Давай-ка еще разок. 8. Ничего себе! Попробуй еще раз. 4. Потрясающе! Кое-что у тебя все-таки получается. Давай-ка еще разок. 2. Ничего себе! Попробуй еще раз. 6. Вот это меткость! Ну, прошлый бросок еще ничего не доказал. Давай еще. 5. Ничего себе! Кое-что у тебя все-таки получается. Давай-ка еще разок. 1. Вот это меткость!
Да у тебя просто потрясающая меткость, Лунтик! Ты даже лучше меня дротики бросаешь! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз! Гвоздь программы! Сегодня ночью выступает... Я... Ночное представление вот-вот начнется! Вы сегодня выступаете? Конечно же, мы музыканты! Не хочешь послушать? Почему это не хочу? Хочу, конечно. Ну что, все готовы? Конечно, готовы. А я вовсе и не у тебя спрашиваю. Ну все, начали. Давай для начала разомнемся. One, two, three. Хорошо получается. В этом задании гусеницы поют любые цифры. Ты можешь выбрать те цифры, которые захочешь, и они переместятся в строку внизу. А гусеницы эту строку споют. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Выбирай цифры! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ten! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Цифры выбирай! 1, 3, 5, 7, 9, 10, 2, 4, 6. 1, 3, 5, 7. Хорошо получается. Ну, что у нас дальше по программе? Выбирай цифры. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ten, 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 ten. Давай дальше цифры выбирай! 9, 9, 9, 9, 10, 9. Nine! 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 Ten! Nine! У вас хорошо получается. Вы просто замечательные певцы. Да, мы такие.
Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Лунтик, ты где бродил? Тебя уже все заждались. Меня? Ну, конечно, тебя! У тебя выступление с минуты на минуту. Пойдем скорее! Дорогие зрители, сейчас Лунтик продемонстрирует вам свои телепатические способности. Я буду называть ему слово, а он говорить, где находится картинка, его изображающая. Но внимание! Так как Лунтик совершенно необычная пчела, то и слова я буду говорить по-английски. Лунтик, ты готов? Готов. Поможешь мне? А то я сам могу не справиться. And слева наверху. Нет же. And муравей. Hippopotamus. Слева наверху. Верно. Hippopotamus. Бегемот. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Lamp. Справа наверху. Верно. Lamp. Лампа. Итак, приготовились. Be. Слева внизу. Верно. Би. Пчела. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Элефант. Слева наверху. Верно. Элефант. Слон. Итак, приготовились. Овен. Готов. Справа наверху. Верно, овен. Печь. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Butterfly. Справа внизу. Верно, butterfly. Бабочка. Итак, приготовились. Vegetables. Слева наверху. Верно, vegetables. Овощи. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Fly. Справа наверху. Верно, fly. Муха. Итак, приготовились. Nest. Справа внизу. Верно, nest. Гнездо. Еще раз перед вами несравненный Лунтик. Ice cream. Слева наверху. Верно, ice cream. Мороженое. А теперь поаплодируем несравненному Лунтику, лучшему среди всех телепатов. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Интересно, что делает сейчас пчеленок? Пойду проведаю его. Сколько меда! Интересно, как здесь пчелы летают и не прилипают к потолку? А тут дедуля устроил настоящий тир. Я просто обязан заглянуть к нему и поздороваться. Привет, деда! Это что это тут у тебя? Да, вот тир соорудил, чтобы нерадивые пчелы меткость отрабатывали, а то вечно в улей не попадают. А мне пострелять можно? Ну, конечно, можно.
А можно я еще разочек? Фокс, лиса. Можно я еще постреляю? Бенсил, карандаш. А ты отличный стрелок. Window, окно. Butterfly, бабочка. Queen, королева. Rabbit, кролик. Ant, муравей. Прекрасный выстрел. Tiger, тигр. Christmas, Рождество. Здорово! А можно я еще разочек? Dog, собака. Cat, кот. Lion, лев. А ты отличный стрелок. Glasses, очки. Octopus, осьминог. Было здорово, деда. А можно я еще как-нибудь зайду потренироваться в стрельбе? Ну, конечно, заходи в любое время. Молодец, ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. А вы не подскажете, где сейчас пчеленок? Даже не знаю. Тут сейчас такая неразбериха. Куда-то пропала пчела-распределитель. О, вспомнила. Пчеленок как раз пытается ее заменить. Тогда ему наверняка нужна моя помощь. Ну, наконец-то ты пришел. Я должен направить пчел по их сотам. А для этого нужно знать английский алфавит. Хочешь, я тебе помогу? Я его знаю. Немножко. Вот и отлично. Тогда слушай меня внимательно. Самое главное в улье – порядок. Пчелы должны залетать в соты строго по английскому алфавиту. Сможешь отдавать им правильные команды? Я попробую. Поможешь нам? Тебе нужно указывать пчел в алфавитном порядке. Тогда я смогу отдавать им правильные команды. Сейчас летит пчела Эй. Правильно. Эй, теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? А теперь очередь пчелы Би. Верно. Би, наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Си. Точно. Пчела Си. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Лунтик, командуй, кому лететь теперь? А теперь очередь пчелы Ди. Правильно. Ди. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Опять летят. Ну, за дело. Сейчас летит пчела И. Верно. И. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? А теперь очередь пчелы Джи. Неправильно. Так мы и до утра не справимся. А пчелам отдыхать нужно. Сейчас летит пчела Ф. Точно. Пчела Ф. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Лунтик, командуй. А теперь очередь пчелы Джи. Правильно. Джи. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть. Сейчас летит пчела Эйч. Верно. Эйч. Наконец-то пчела добралась домой. Может, до утра и справимся. А теперь очередь пчелы Ай. Точно. Пчела Ай. Теперь эта пчела дома и может отдохнуть.
Сейчас летит пчела Джей. Правильно, Джей. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? А теперь очередь пчелы Кей. Верно, Кей. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? Сейчас летит пчела Эл. Точно, пчела Эл. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? А теперь очередь пчелы М. Правильно, теперь эта пчела дома. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? Сейчас летит пчела Н. Верно, Н. Лунтик, командуй. А теперь очередь пчелы О. Точно, пчела О. Теперь это пчела дома. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? Сейчас летит пчела Пи. Правильно, Пи. Наконец-то пчела добралась домой. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы Кью. Верно, теперь это пчела дома. Лунтик, командуй. Сейчас летит пчела Ар. Точно, наконец-то пчела добралась домой. Может, до утра исправимся. Чья сота следующая? А теперь очередь пчелы С. Правильно, теперь это пчела дома. Лунтик. Сейчас летит пчела Ти. Верно, наконец-то пчела добралась домой. Может, до утра исправимся. А теперь очередь пчелы Ю. Точно, теперь это пчела дома. Ну хорошо. Сейчас летит пчела Ви. Правильно, Ви. Наконец-то пчела добралась домой. Может, до утра исправимся. А теперь очередь пчелы W. Верно, W. Лунтик, командуй. Сейчас летит пчела X. Точно, пчела X. Ну хорошо. Кто из пчел должен лететь в следующую соту? А теперь очередь пчелы Y. Правильно, Y. Может, до утра исправимся. Сейчас летит пчела Z. Верно, Z. Наконец-то пчела добралась домой и может отдохнуть. Спасибо тебе огромное, Лунтик. Без тебя мы бы не справились. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Пойду-ка я на свежий воздух. Ночное представление вот-вот начнется. Здесь так шумно. Побуду я немного один. Красиво здесь. Давай задержимся ненадолго. Где-то здесь Кузя. Он звал меня посмотреть на звезды в пруду. Вот только где же он сам? Кузя! Хочешь посмотреть на небо в пруду? Очень хочу. А зачем тут столько листьев? А это не простые листья. Если правильно выбрать картинку и ее название, то листья уплывут, и тогда мы сможем посмотреть на небо. Здорово! И на звезды посмотрим, и поиграем. Поможешь нам? Чтобы очистить пруд, тебе нужно выбрать мышкой картинку и соответствующее ей слово. Ки. Верно, ки. Ключ. Тайгер. Верно. Parrot. Верно, parrot. Попугай. Spider. Верно, spider. Паук. Dog. Верно, dog. Собака. Bee. Верно, bee. Пчела. Вот и еще кусочек неба показался, то есть пруда.
Зебра. Верно, зебра. Зебра. Шип. Верно, шип. Овца. Крисмас. Верно, крисмас. Рождество. Индиан. Верно, индиан. Индеец. Маус. Верно, маус. Мышь. Фрог. Верно, фрог. Лягушка. Еще чуть виднее стало. Глассис. Верно, глассис. Очки. Кенгуру. Верно, кенгуру. Кенгуру. Монки. Верно, манки. Обезьяна. Игл. Верно, игл. Орел. Виндоу. Верно, виндоу. Окно. Роуз. Верно, роуз. Роза. Вот и еще кусочек неба показался, то есть пруда. Нажав на нее, можно достать книжку с полезными кнопками, которые помогут тебе играть. Hippopotamus. Верно, hippopotamus. Бегемот. Knight. Верно, knight. Рыцарь. Nest. Верно, nest. Гнездо. Owl. Верно, owl. Сова. Goose. Верно, goose. Гусь. Rabbit. Верно, rabbit. Кролик. Еще чуть виднее стало. Umbrella. Верно, umbrella. Зонтик. Wasp. Верно, wasp. Оса. Lion. Верно, lion. Лев. Ice cream. Верно, ice cream. Мороженое. Hen. Верно, hen. Курица. Jewel. Верно, jewel. Драгоценный камень. Все звездочки видно. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. С этим заданием ты еще не справишься. Если поймать звезду, обязательно желание сбудется. В эту волшебную ночь я хочу наловить полную корзину звезд, чтобы все мои друзья смогли загадать желание. Поможешь мне? Тебе нужно двигать мышкой вправо и влево, чтобы управлять моим движением и поставить меня точно под падающую звезду. Эй, еще одна звезда появилась! Би, вот еще готова упасть! Си, смотри, вон еще одна звезда! Ди, еще одна звезда появилась! И, смотри, вон еще одна звезда! Ф, смотри, вон еще одна звезда! Джи, вот еще готова упасть! Эйч, еще одна звезда появилась! Ай, смотри, вон еще одна звезда! Ой, упала! Вот еще готова упасть! Джей, вот еще готова упасть! Кей, смотри, вон еще одна звезда! Л, смотри, вон еще одна звезда! М, еще одна звезда появилась! Н, вот еще готова упасть! О, еще одна звезда появилась! Пи, вот еще готова упасть! Кью, смотри, вон еще одна звезда! Ар, смотри, вон еще одна звезда! С, еще одна звезда появилась! Ти, вот еще готова упасть! Ю, смотри, вон еще одна звезда! Ви, смотри, вон еще одна звезда! W, вот еще готова упасть! X, еще одна звезда появилась! Y, еще одна звезда появилась! Z, теперь у меня полная корзина звезд. Я разделю ее с друзьями, и все наши желания сбудутся.
потрясающе! Ты выполнил все задания. Теперь мы сможем получить приз. А приз – серия мультфильма про меня и моих друзей. Нажми на эту кнопку и увидишь, как продвигается твое обучение. Ты действительно хочешь уйти? Нет. Да. Нет. Да. Нет. 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 Да. 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 Да.